Друзья, всем привет, меня зовут Евгений, и вы, как всегда, на канале «Попади в десятку». Сегодня на обзоре у нас PCP-винтовка от компании Stodger X5 Synthetic. Перед тем, как мы начнем, обязательно подпишись, поставь лайк и прокомментируй видео. Все эти простые действия нам помогут в развитии канала и делать больше клевых обзоров. Погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Винтовка произведена компанией Stodger и относится к PCP-пневматике. В данной модели задействована пружинно-поршневая система. Для воспроизведения выстрела сначала винтовку нужно переломить, а только потом делать выстрел. Стреляет винтовка воланчиками пулями калибром 4,5 мм через нарезной ствол в одиночном режиме. Для воспроизведения выстрела винтовку необходимо переломить, далее нужно вставить патрон. После этого взаимодействовать с предохранителем, который находится на верхней части винтовки. Тыльник выполнен из резины, а ствол из металла. Ложи сделаны из ударопрочного полимера. Такая комбинация дала вес нашей винтовки в районе 2 кг. На верхней части винтовки мы видим планку «Ласточкин хвост», куда можно и нужно устанавливать оптику, как это сделал я. Также из прицельных приспособлений имеются регулируемый целик и мушка с фиберглассовыми нитями. Общая длина образца составляет 1030 мм, из которых 420 – это длина ствола. По заявлению производителя, скорость полета снаряда достигает 245 метров в секунду. Для российских пользователей винтовка продается ослабленная с разрешенной мощностью в 3 джоуля, что полностью соответствует правилам Российской Федерации по свободной продаже или покупке данного товара. Говоря проще, для того, чтобы приобрести данную винтовку, не понадобятся дополнительные документы, разрешение или регистрация в Росгвардии. Вот так просто прямо сейчас можно прийти к нам в магазин и сделать покупку. А еще проще это сделать онлайн. И раз уж мы заговорили про интернет-покупки, давай я расскажу тебе, где сделать это проще всего. Приобрести данный товар можно у нас на сайте, и сделать это просто. Вам нужно перейти в описание к видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, их задавайте. А если у вас уже есть данный Stodger, поделитесь впечатлениями об использовании. С вами был Евгений. До скорых встреч!